просто история жизни Зайцева. Мы выходим, приезжаем, а в нашей хате кто-то живет. Стоит машина, в нашей хате кто-то живет. Хлопцы, вы кто? Они, 24-я бригада, там, мы эти летуны. Я говорю, ничего себе, да нет, это наш погреб, мы там что, не видите, видите? Я говорю, а ну подскажите, что вы делаете? И вот сидит парень такой здоровый, айтишники, вы знаете, люди не из всего мира, они там на своей волне, и чувак говорит, ну, как вы работаете? Я говорю, ну как, ну у нас есть Мавик, я пешком ходил, потом мы купили квадроцикл, выезжаем на передний край, запускаем Мавик, смотрим, у нас три шоколадки, ну, батарейки, мы их поменяли, они закончились, плюс-минус 10 минут вернулись. Говорит, я это все проходил, смотрите, открывает машину. Говорит, у меня Starlink, у меня ноутбук, у меня два Мавика третьих, 36 зарядок. Угу. Два чемодана зарядок, заряженных, у меня Starlink. Starlink, я говорю, а как это только было начало? Я говорю, как ты взял? Я говорю, я захожу, там офицеры там на КСП, блядь, косынки раскидают. Говорит, вы что, охренели? Сюда Starlink. Он говорит, ты кто, чел? Говорит, я аэроразведка, а ты... Ты чем занимаешься? В карты гоняешь этим Starlink'ом? Сюда. Забрал Starlink, сделал систему ведения боя, вывел трансляцию прямо в КСП, они сидят в телевизоре, ее смотрят. А теперь следующий нюанс. Нас тупо там 10 штормил град, ну постоянно кроет. Они с камеры видят, запускают. Он залетел туда, увидел этот град, дал координаты, говорит, огонь. А выстрела нет. И он в рацию, вы что, охерели там, блядь? Ему говорят, а мы выстрелили. Я не вижу разрывы, блядь, где разрывы? Какой-то там сержант какому-то там подполковнику, блядь, рассказывает, как ему стрелять. Я не понял, блядь, на моих глазах. Огонь! Я сказал, огонь! И тогда уже прилетает этот град, разбомбили. Но я к чему? Что мы уже настолько у нас руки там золотые, настолько мы это все складываем, настолько мы это все делаем, что это надо передавать этот опыт, ставить на колеса. И впереди, я вам еще раз говорю, у нас война дронов. И мне вот, ну, лячно, есть такое хорошее украинское слово, из-за этих долбанных FPV, и они все равно впереди. Угу. Вот они впереди. Давайте это все перевернем всей страной. Не надо нам дороги, нам надо дроны. Это будет война дронов. В артиллерии мы их перемагаем, в духе мы их перемагаем. Нам надо эти долбанные дроны. И рэп. И рэп, да. Рэп — это однозначно.